Так, привет, народ, это Альвинус, это Ocean Block. Из-за семейных проблем не мог я снимать, короче. Вот, теперь я вроде бы имею возможность такую. Сегодня воскресенье, ой, суббота, какое воскресенье. И надеюсь, в 12 часов вы это увидите. Вот, то есть сейчас утро, снимаю. Вот, когда это выйдет, все, я не знаю. В общем, у меня было время подумать над автокрафтами и всем прочим, ну, чем-то позаниматься. Ну, для начала, эта машина закончила работу, ну, уже 256 накопила этого литиума, зачем он мне нужен, пока не знаю. Убрал вот эту вот машину, да, мне подсказали, что вот у этой 2 миллиона буфер и ест она очень много. Я ее успокоил, сделал первый тир, вот этот вот под первого тира сделал. Этот, по-моему, не это МК2, МК1, ну, делается он вот так вот довольно-таки просто, да. Нам надо вот basic батарея. Вот, и это меня привело к автокрафту. В общем, сделал себе Diamond Crafter. Крафтеры. Крафтеры, вот они у нас есть. Ну, простой делается вот таким способом. Юзач. Потом мы его можем апгрейдить до железного, алмазного, даймондового и нетерита. Что они дают? Как видите, у этих вот даймондов не одна полосочка, а их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, но поскольку сборка теперь доступна из MC лаунчера и Атоки лаунчера, там есть возможность добавить из любого, из курс лаунчера, из FTB. В общем, они теперь объединяют себе все сборочки. Ну, кто не знал. То, в общем, сборка, эту сборку можно поставить Multi MC лаунчер, MC лаунчер и Atoki лаунчер. И из них играть уже во все сборки, которые вам надо. Я вначале играл на Atoki лаунчере, а теперь перешел на Multi MC. Возможно, из-за этого я был много, создал много паттернов, и они у меня почему-то куда-то исчезли. Я эту проблему так и не понял. Они, ну, в общем, тупо захожу, там уже начал снимать, и такой захожу, вот тут я, и у меня тут пусто. То ли я когда переделал их. Ну, в общем, я не понял. То есть имейте в виду, что, не знаю, у меня в один момент вот эти все вот пропали. Спид-апгрейды остались, а эти пропали. Может, как сбивал, забыл их там. В общем, куда они исчезли, я так и не понял. Вот. Почему я занял? Видите, вот если точка, вот эта точка должна смотреть в прибор с той стороны, куда он запихивает. Видите, вот у меня тут рецептики есть. Мне вот этот вот паттерн нужен был для создания вот этих вот так, где он там, advanced mechanical, вот он. Юзач, вот, мне надо были не Урал процессор, а он только жарится, и как-то вручную это все делать неохота было. Поэтому я, видите, добавил поджарку. Ну, в общем, тут идет в этот, в крафтер кладем паттерн. С той стороны, где надо подавать топливо, с помощью экспортера подаем топливо. А внизу этот что экспортер, импортер у нас забирает все. Ну, тупо вот такая система. Вот, и создается она легко. Вот в этом вот. То есть выбираете там фуранцы, допустим, вот, забираем юзы. Ну, там неважно, фуранцы или что. И вот, видите, у нас есть рецепты. Допустим, мне надо это, или вот этот, или не знаю, что вам там надо. Не знаю даже, что. На данный момент я даже не знаю, что мне надо. Метаморфозик там. Нету пока что.
Ну, допустим, вот это вот, видите, она создает, нажимаете, вот у вас готовый паттерн. Засовываете сюда, идете сюда, выбираю, вот видите, у меня все есть, и вот жар мне 10, 10 мало, наверное, старт, ой, жар мне 64, старт, старт, и вот он пошел жарить. В общем, все удобно. Из-за того, что они у меня даймондовые, есть еще не нетеритовый, но для меня это пока дороговато. Нетерита у меня маловато чуть-чуть. Да и пока мне не надо, надо будет, я улучшу крафты. 256. В общем, на раз, два, три, четыре. И вот тут вот пока что вот такой паттерн засунул. Поэтому я убрал тут все. Потом я посмотрел Ваню Сережкина, как автоматизировать вот эту вот штуку. То есть мы можем в ящик засунуть нужные нам компоненты. Потом вот тут вот можем настроить. Тут надо выбирать XNET хранилище. То есть как это делается. Убираем канал. Ой. Убираем канал, вот, и создали сеть, да, тут любой коннектор, два коннектора, ну это самое простенькое, подается питание, создается контроллер, вот коннекторы, это вот где-то они у меня тут валяются, но ну, вот такие вот, не этот дорогой, вот создается коннектор, можно сделать network кабели. Я уже не знал, что делать, так сделал advance. Ну, advance так advance, фиг с ним. Вот. И создаете эти X энергии и ищем XNet, по-моему, item. Ну, тут разные есть. Fluid, infused, gas, в общем, всякое есть. Есть логик, XNet, по-моему, item. И вот, допустим, сюда, create, insert, одна штука, и тут кладете, чего вам надо. Там, допустим, ну, 4 эмеральда там. Это вот самая простая, где она? Вот сюда 4 эмеральды кладете сюда, она взять не может, поэтому каналу create extract. Ну и вот видите, она создает только и скидывает сюда. Сюда, в принципе, можно поставить крафтер. Не, да, сюда ставим вот этот крафтер, а сюда ставим импортер. И по идее там закидывайте в крафтер вот эти вот паттерны. И он будет закидывать в ящик, только вот этот перенастраивать надо. Я не знаю, как это полностью автоматизировать, чтобы он все сам делал. Хотя, по идее, возможно. Несколько. Тут же раз, два. Раз, два, три, четыре. Ну, таких 4 штук, 2 поставить, и на каждую вот эту вот поставить контроллер. И тут, допустим, забить, чтобы на этот контроллер. А, хотя тут разные каналы есть. Тут можно еще добавить. Да, раз, два, три, 8 крафтов забить можно, да, точно. Не подумал что-то. Ну, в общем, вот, видите. И это означает, сколько вкладывать. Вот. Там, правда, есть сложные крафты, так что, ну, давай попробуем сделать это и, ну, вот золото я хочу, да, золото и вот эти вот, хотя нафиг не надо, но, так, второй канал у нас будет item create по одной штуке. Металл и вот это. Тинг-тинг. А, и забирать экстракт, create экстракт.
Что, железо не кладет, не кложит? Нет. Понятно. Значит, insert. Это что у нас? Insert POC. Берем еще один Advanced Connector. Наверное, провода надо будет, я не знаю. Сюда его чпок. Advanced Connector. Так, мне надо его соединить. Так, а, мне его, наверное, на красном надо сделать. Usage. Красный. Да, потому что он у меня красный. Вот, соединился. Еще один коннектор появился, да? Insert, insert. Еще один, да? Так, еще один энергизер блок. Значит, по этому каналу create insert один штук. Ух ты, понапихал-то. Так, желез. Так, insert, поэтому железка. Ты что тут понаделал мне? Во, пошел краб, да? Ну вот, и сюда отдает. То есть, ну, понятно, кому может пригодиться. Я не знаю, это не я придумал. Это Ваня Сережкин. Я у него посмотрел. Вот, он показал такую тупенькая, но нормальная система. Ну, рабочая. То есть, если я закину сюда эмеральды, то у меня будет одно крафтить. Если закину другую. Ну, каждый канал это каждый крафт. Да. Допустим, мне вот Blaze точно понадобится. Поэтому. Так. А, я тут написал. Ага. По каждому каналу надо указать, что вытаскивать, да? Иначе он будет вытягивать все, что ему под руку попадется. То есть надо вот тут вот. По этому каналу экстракт. Ну, пофигу. Так, и тут тоже logix item create insert один. Так, ты это еще накрафтил? Ладно, все, хватит этим заниматься. И давайте посмотрим, будет ли она работать. Все, все. Так, видите, так не работает. Ему надо указать, что create extract. Если я засуну железо, то там фиг поймешь, что будет. Да. Значит, тут экстракт только вот это. Один. Тут. Что у меня тут было? Insert железо. Значит, экстракт. Это и это только один. А тут эмеральды. Эмеральд один. Да. Хотя я сомневаюсь, что она так будет работать. Один. Ой. Один. Так, чувак, иди отсюда нафиг. Да? Да. О, она все впихнула. Если я сейчас это напихну, то она и это напихнет, да. Ну, в общем, система тупая. Надо сюда вкладывать только то, что вам надо, да. Но она знает, как это обрабатывать. Вот. Ну, то есть, вот так она и работает, да. Хотя мне вот это вот все нафиг не надо. Вот эти вот пригодятся. Они пригодятся в будущем для... Для чего они пригодятся?
Они же вроде бы должны были для чего-то. Куда штука стоп? Не надо. Ну, в самом начале она вам пригодится, допустим, чтобы вот эти вот, как я, не мучиться и не делать вот эти вот реакторы вручную. Хотя у меня сейчас это все создает так рецепт. А, мы это можем уже выращивать все. Ну ладно, рецепт это. А вот это только создавать, да? Юзич. Странно, я думал, что она понадобится в других вариантах. Ну ладно. Так, дальше. Паттерн есть, куда скинуть? Есть. Это, короче, вот сюда. Дальше мне подсказали, что, ну, у меня же был супер меч 20 плюс 24 это 40 извиняюсь 40 44. Ну, теперь у меня вот 172, подсказал подписчикам. В общем, это в руку надо взять. С. Вот, сколько их понакрафтил. Вот, сделал такой сетап. Каждый добавляет 8 атак дамедж. И чтобы вручную не мучиться, я вот, как видите, создал автокрафт. Ну, это я пересоздал, но вначале я сделал автокрафт. Вот, и теперь у меня тут урона 172, то есть, ну и плюс еще зачарки. Вот, чтобы не мучиться с там же для этих зачарок дракониум, там надо было, где он, вот он, надо Potion of Strange, Potion of Strange 2 уровня, ну и вот этот вот, конечно, я там дракона фармил, ну фиг с ним, ну сделал такую автокрафтилку, вот. Так, сейчас вспомнить бы, как она работает. В общем, этот стоит на акваккумуляторе. Так, на акваккумуляторе. Вот, сюда подается вода, сверху незервард. Преобразуется. Ну и благодаря вот этим вот настройкам. Вот, отдается сюда. Получаем, тут из ящика забирается, ну, вот этот вот Potion of Strange, да, первого уровня, и отдается сюда. И тут создается Potion of Strange второго уровня. Отсюда передается Fluid Encapsulator, сюда через экспортер подается бутылочки и отдается в этот ящик. Из этого ящика забирается импортером в сеть. Ну, поскольку у меня тут доведено. Вот. А тут то же самое. Подается бутылочка и стрендж второго уровня, который вот по трубе передается сюда. Отправляется бутылочку. Ну, и такая система сюда и в сеть. То есть... Ну и пока тут есть компоненты, там рассчитать уже можете, сколько вам бутылок этих надо. То есть это не автокрафт, это полуавтокрафт. Вот. Ну, я сделал себе этих компонентов, и у меня все хорошо. Вот. Я просто подумал, так, а, блин, это ж крафтить. Это вот столько крафтить вручную. Ну, такие, я такие извиняюсь. Это вон это дело, это. И это сподвигло меня на автокрафт, наконец-то, какой-то. Так, дальше, что я еще узнал? Блин, что уже ночь? Я тут только объясню все, что я тут понаделал. И чувствую, и закончится видео. Так, и дальше, вот этот... С. Сделал себе дракониум... Undying модуль. Что я узнал? Ну, по форумам полазил, что вот этот модуль, если он у вас находится вот тут, он может не работать. Вот. Я, конечно, поначалу хотел сделать вот так, но не получается. Сюда он не лезет.
ну, чтобы обменять их местами. Поэтому, не знаю, при войне с драконом, а где эта моя хрень? Вот она, наверное, надо будет ставить вот этот во, чтобы я мог летать. Я пошел на форум, написал этому создателю, что типа что там понадел, что невозможно убить этого дракона. Оказалось, тот дракон имеет 4 или 5 этих атак. Ну, этот хаосик. Так, меня отвлекли звонком. Так, о чем же это я тут вам рассказывал-то? А, о драконе. В общем, как я понял, дракона есть там башни, и их можно снести, ну, отключить, только вот этим вот хаотик оружие. Им надо нанести хаотик урон, вот это вот оружие, чтобы сбить кристаллы. Я его, значит, спрашиваю, говорю, а как я сделаю хаотик? Ну, чтобы сделать хаотик, надо вот этот вот. То есть, чтобы убить дракона, надо иметь откуда-то кристаллы убитого дракона. Но чтобы его убить, надо иметь эти кристаллы. Ну, короче, я подумал, что-то он тут перемудрил. Но оказалось, что у этого дракона есть 5 или 6, там, я не помню, всяких атак, ну, как это, атак, ну, всяких там защитных атак. Одна из них, это вы вроде бы показывал, спавнит очень много визоров. Ну, с визорами мы можем бороться, допустим, отвлекать их, да. Ну, я могу их вывести просто вот к такой вот системе. Я уже в креативе проверил, вот это вот убивает их. Ну, то есть, вот там, допустим, вот это вот столб хаотика, подлетаете, да. И вот их сюда с собой маните, становитесь, и эта хрень с ними справляется. Вот, дальше. Потом, когда он притаскивает Снэк Рейт Опенгуй, у него вот это вот штуки. Так, Снэ Райкрик. Усе мода телепорт. У нее какой-то есть, наверное, надо посмотреть в описании. Вот, Option Control. Драконик. Драконик Evolution. Toddler Flight Pause. Toddler Modules Config. Advanced Dislocator Teleport. Вот, Dislocator Blink. Ну, допустим, сюда. Нет. На блинкать. Блин. Как мне блинкать? На Б можно? Занято. На Н занято. На М занято. О. Ну вот это. Да, она умеет блинкать как-то. А как блинкать? И чё он не блинкает? Фиг его знает. Короче, как-то. О! А, не то нажал. Во! Короче, вот этими вот атаками от него сматываться. И потом еще вроде говорил, что это вторая. Первая там эти визоры. Потом вот, когда он начинает тебя притягивать. То есть вот с помощью в этом введен блинк, который, ну, как дает вам ТПшиться, по-другому от него никак не избавиться. Потом он ведет ковровую бомбардировку. Короче, стреляет во вас снарядами, что может пробить вот этот вот щит. И самое опасное, это луч. Он такой вот выстреливает луч лазера, его слышно. От этого, сейчас упаду же, от этого, как видите, вот в правом, левом нижнем углу, где у меня щит драконий,
не правый, левый нижний угол, две ляльки нарисованы под вот этим ОП-4709. Вот. То есть вам обязательно, он написал, что желательно вот этих вот два поставить. То есть если он вам этот щит, ну, короче, там ваншотит. И поэтому, чтобы не сдохнуть там от этого, вам надо иметь хотя бы вот эти, вот они, да, вот, они два. Вам иметь надо хотя бы два вот этих. То есть он вас ваншотнет, другой раз уже не получится. И вот, и как там он объяснил, вот как у вас стоит вот эта башня с этим, с кристаллом. Короче, как его обезвредить, этот кристалл. Когда он стреляет этим лазером, ему надо стоять как-то вот тут, вот, ну, по нему ударить, по этому кристаллу. Он типа агрится как-то. В общем, надо, чтобы этим лучом он сам сбил этот кристалл. Этих там кристаллов, по-моему, штук 15 или 10, я не помню. И, в общем, за этой башней, если вы будете прятаться от этого, ну, от этого луча, можно спрятаться за башней. Потому что он этот обсидиан пробивает, но там есть драконьего обсидиана, он его пробить не может. То есть во время этого луча вы должны спрятаться. Ну, в общем-то, я так понимаю, что там войны на час. Так что я не знаю, когда это будет, когда я его буду там убивать. Это будет сложно. Так, давайте проверим, не пропали. Нет, пока нет. Вот, то есть очень сложно. Ну, у меня есть тут еще чем заняться, так что оттянем это, оттягомотим это на дольше. Вот, так что я не знаю, когда я на него пойду. Ну его нафиг. Я, честно говоря, я взял бы из креатива и пошел нахрен этот дракон. Но надо будет пробовать как-то. Попробую вначале, может, за кадром разобраться с этим, как у... А, кстати, ставил вот эту вот систему, чтобы она убивала вот эту вот систему, чтобы убивала дракона. Дракона она убивает. Но вот эти кристаллы спавнят нового. То есть я так и не понял. Он залетает вот в эту вот, ну, вот в эту вот территорию. Вот в эту вот территорию. Ну, вот. Видите, поставил. И он его... Он исчезает, и тут появляется от него, ну, этот лут. Ну, там лут, что там? Там только... Как она из... Как они, шайдеры эти попадаются. Ну, вот эти вот шайдеры падают, неоткрытые. Вот. И он исчезает. И потом он опять появляется. То есть... В чем там смысл? Короче, я так и не понял. Ну, я не спавню. То есть я понимаю, что его все же надо убивать как-то самому, там эти кристаллы уничтожить вначале. Вот. Что еще я про этого дракона узнал? Больше ничего. Вот. И мне, наверное, на данный момент интегрейтед... Ну, в принципе, я тут все сделал, да. Мне остается вот end of game. Вот, то есть, вспомнил, что я еще делал. FTB, я же еще делал вот эти вот все, а это что за мод-то вообще-то? Я вот же вот эти все подготовил. А, Extended Crafting, вот, ладно, давайте... Extended Crafting. О, вот это меня ждет. Это, представляете, эти вот надо будет... для этого надо будет вот эти вот все... Вот эти вот еще крафтить. Ну, этих до хрена. Вот. И сколько там энергии надо? 32 миллиона. Ну, в принципе, не так много. Вот эти вот очень долго создавать. Вот. Значит, я делал, ага. То есть мне, вот я вот эти вот все крафты еще создавал, рецепт, так, вот это делаем, рецепт, вот это сразу же делаем, вот эту вот пластину делаем, что дальше, вот эту... Нет, вот это
Делаем вот это надо сделать. Дальше вот это надо сделать, да? То есть вот это мы все сделали. Да, вот это по идее нам вот уже все это скрафтить. И первый крафтер, basic craft. Так, нам надо 4 таких. Так, где-то мои крафты. 4 такие. Старт. И... А, не то я скраф... Ну ладно. 4 такие. Вот этих 4 надо было. Ну, фиг с ним. Старт. По идее, этот легко делается. Ну, легко. Да не очень. Так. Extended Craft. Что нам надо? Вот эту вот пластину надо. Ладно, тут уже, по идее, быстро. Вот эту пластину. Так, блин. А, так у меня же этого металла нету. Сделаешь 64. Старт. Так, пластины вот эти вот надо, да? Одну. Вот этих у меня нету быстрее всего. И Basic Crafter. Basic Crafter. Это обыкновенный. Да. Я сомневаюсь, что мне их много понадобится. Так. И там мне требуют сделать... как он там... А из какого... А, во, вот этот. Алмазный. Угу. Значит, для алмазного элиты... Так, какой это компонент элиты? Так, давай 64... Старт. Элитный компонент. Это кристаллайзер. Блин, чтобы мне его сделать, надо вот этот. А. Ну, давайте забьем. Эти мне, вот этот штук мне, наверное, надо будет вручную делать. Их много надо будет, наверное, да? Поэтому это сюда. Дальше что нам надо? Элитный компонент, это мы умеем делать. Вот это мы умеем делать, да. Умеем же, умеем. И это мы умеем, умеем. И вот этот. Да, и это мы все сюда запихиваем, запихуиваем. И так, ну скрафт две штуки, что ли. Ну, 3, старт. Как он называется? Quantum Compressor. Компрессор. И где он? Чем ты там застрял? Вроде бы работает. Комп. Комп. А где он? Компрессор. Тут есть. А, вот они, компрессоры. Так. Наконец-то что-то сделал. Ринг. Так, как ты, хрень такая, работаешь? Тебе надо энергия и что-то поставлять. Угу. Так, по заданию. Кристалл Шард. Каст Айрон Сингулярити. Виверн Энергии Коры. Бейсик Крейт Сингулярити. Сингулярити, что за сингуляр... А, этот. Нет. Пик Айрон. Электросиликон. Dimensional Shelf. Логик Директор. Пластик. О, это этот. Ясно. Пластика до хрена. Магик. Ег. Питограф. Реферит Обсидиан. Коин. Тессеракт. Дэнс Констракшн Блок. Blazing Capacitor, Terrastel, Vacuum Tube, Angel Core, Kake, Cake.
Тек. Щит силикон. Надо будет софт-даст. Ясно. Клей. Ну, клей у меня столько не будет. Вок, сингулярити. 1000, да? Значит, ок. Где-то у меня была автокрафтовская фигня. Подождите, как она называется? Апгрейд. Апгрейд. Вот она, автокрафтовская. Так, тебя штука надо запитывать.